Ярмарка рядом с кинотеатром «Искра» уже стала любимым местом у жителей. Каждый день сотни горожан приходят сюда за покупками, потому что здесь найдется все, на любой вкус и кошелек. Приобрела кофточку. Нет. Здесь дешевую. Взяли курточку, приобрели ребенку. Довольны. И продукты, и вещи. Все на высшем уровне. Светлана Юрочкина предлагает белорусский текстиль для дома очень хорошего качества. У нас ассортимент есть постельное белье, производитель Барановичи, есть Оршален. Значит, смотрите, у нас есть полотенчики, вот такие махровые, есть вареный лен. Вот, они очень хорошие по качеству, впитываемость очень хорошая. В одном месте можно приобрести не только одежду и товары для дома, но и продукты широкого ассортимента. Ярмарка приурочена к масленичной неделе. Здесь можно купить все необходимое для того, чтобы отпраздновать проводы зимы. Продавец Евгений Гришин предлагает горный алтайский мед к блинам. Мед есть разный, есть липа, есть акация, есть гречишный, таежный, разнотравие, настоящий мед. Все продукты, которые лежат на прилавках, натуральные и фермерские. Например, Радислав Медейкин предлагает мясные деликатесы из Чувашии. Они станут прекрасной закуской к основным блюдам. Перед покупкой их можно попробовать и выбрать для себя лучший вариант. Вот колбаски на мангале мы готовим вот эти колбаски, все натурально. Телятина запеченная, все натурально, посмотрите. Грудинка печи изготавливается на олихе. Вот сало изготавливаем, пожалуйста. Вот ручная работа у нас колбаска. Вот. Утки, куры, все наше производство. Блюда из рыбы занимают огромную нишу в гастрономическом мире. Ее жарят на сковороде, отваривают, запекают в духовке. Из рыбы, которую продает Зара Даврищан, можно приготовить изысканные блюда для любого стола. Всегда проверяем жабрики, чтобы были свеженькие. Изумительное брюшко. Восхитительно тоже вкусная свежая рыбка. Также форель мурманская. Тоже восхитительно вкусная рыбка, свеженькая. На десерт предлагают кондитерские изделия, которые смогут оценить по достоинству сладкоежки. Меренговые рулеты, наполеоны, халва очень вкусная азовская. У нас это натуральная халва, азовская очень вкусная, подсолнечная, тахинная, обалденная халва. Безе, прянички. Привезла я продукцию белевский производитель. Это заварная пастила с разными вкусами, натуральными ягодами. Она очень вкусная, менее сладкая. Я рекомендую людям, кто страдает сахарным диабетом, ее можно спокойно кушать. Она не поднимет сахар в крови. Также я привезла очень вкусный мармелад. Это мармелад тоже Краснодар выпускает. Тоже он идет без сахара, он идет на агар-агаре. Это соки на водорослях. Ярмарка «Широкая масленица» около кинотеатра «Искра» будет работать до конца недели. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».